Ну, это очень вообще, на самом деле, при всей простоте, очень сложный вопрос. Почему? Потому что, в общем-то, цены на продукты питания, они начали очень сильно расти и продолжали расти на протяжении вот 2 лет пандемии, поскольку была обрушена логистика и стало значительно дороже логистика, потому что цепи логистические были разрушены, в том числе закрылся Китай, который имеет уникальные запасы зерна для населения, потому что это старый китайский принцип, в соответствии с которым в животе должно быть пусто, полно, а в голове пусто. И если наоборот, то это проблема смуты, поэтому китайцы это очень жестко отслеживают. И на самом деле рост цен на продовольствие, он ощущался значительный на протяжении всего ковидной, всей ковидной пандемии. Но дальше, с моей точки зрения, специально стало говориться, что вот война России на Украине резко влияет на проблемы продовольственной безопасности, что, в общем-то, совершенно не так. Почему? Потому что в обороте 800 миллионов тонн, соответственно, пшеницы, украинская часть, это там совершенно маленькая, 6 миллионов, российская значительно больше, от 40 до, вот в этом году мы собираемся по прогнозам поставить 50 миллионов тонн. И, в общем-то, это все возможно, и мы готовы его поставлять. Просто проблема заключается в совершенно других факторах, что в связи с наложенными санкциями и с украденными у нас 300 миллиардами долларов, которые Запад забрал, мы не собираемся это поставлять Западу и собираемся менять направление наших поставок. То есть мы там договариваемся с Индией, с Юго-Восточной Азией. Но при этом как бы одна из основных проблем, по поводу которого бьет в колокол, собственно, организация пищи, да, при ООН, да, вот это ФАТ, это фактически вопрос о том, что в силу изменения климата, резкого потепления, страны Юго-Восточной Африки, Египет, там, поскольку было несколько бед, в том числе там Сомали, на Мадагаскаре, что там возникают проблемы резкой нехватки зерна, и после ухода американцев из Афганистана и фактически закрытия фонда, что будут проблемы с Афганистаном. Но это определяется не Россией, это определяется той определенной конфигурацией финансовых и политических сил, которые накладывают санкции на Россию. И хотя, вот, собственно, в том интервью, которое было, и в том разговоре, которое было у Джоко Видодо, да, у президента Индонезии с Путиным, поскольку Индонезия сейчас будет лидировать в G20, и президент Индонезии прямо спросил, вот меня просили спросить, а вот и сказать, что вообще санкции не накладываются на транспортировку пшеницы, зерна и масла растительного. На что Путин ему правильно сказал, что внешне вроде мы освобождены, но поскольку под санкции попали семьи, конкретные корпорации, страховые группы, то Запад все время осуществляет двойную игру. То есть он, когда ему удобно, говорит, мы предоставили все возможности, чтобы зерно и растительное масло поставлялось, но поскольку эти санкции, они персональные, и они нацелены на конкретных людей, то вызвано огромное количество затруднений, что это поставлять, по крайней мере, в той форме невозможно, хотя Россия готова. И это касается трех вещей. Это касается пшеницы и в целом зерновых, подсолнечного, ну, растительного масла, это прежде всего подсолнечное масло и в том числе удобрения. Потому что этих три момента, они взаимосвязаны. Поэтому ситуация заключается в следующем, что то, что касается России, она готова в этом году, ожидается, кстати, рекордный урожай и пшеницы, и зерновых,
который даже, скорее всего, перекроет урожай 2017 года, и она готова поставить, в частности, 50 миллионов тонн зерна, это в обороте мировом из 800 миллионов, достаточно значительная часть, но основной будет вопрос, куда она это поставит. И здесь не случайно, что вице-премьер Абраенкова, она сказала, что с ее точки зрения в этих условиях нужно создавать новую специальную организацию, своеобразный арбитраж, который помимо вот этой международной организации пищи при ООН решает совсем другие вопросы. То есть он определяет зоны, где может начаться мировой голод, и принимает специальные решения и дает оценку. И с этой точки зрения, вот это, кстати, очень интересный момент, потому что, ну, возникает вопрос, а чем нас не устраивает организация вот этой мировой пищи? Но она нас, прежде всего, не устраивает, потому что, как мне рассказывали работающие в ней итальянские, например, мои друзья, что она очень сильно подчинена американским целям. И там в свое время был такой скандал, где один из представителей этой организации, он предлагал использовать для помощи африканским странам, например, сирийское зерно, потому что оно там просто быстрее растет, оно на порядок тверже. И это вызвало огромный скандал, потому что Америка предельно трепетно следит за тем, чтобы экспортировались ее продукты, поскольку вопрос американского фермера – это ситуация конкретной стабильности в самих Соединенных Штатах. И поэтому вполне возможно, что нужен целый ряд организаций, которые могут принимать такие арбитражные решения в условиях кризисной ситуации. Потому что, ну, очень многих точно так же не устраивает то, как работал ВОЗ, поскольку опять была очень сильно выраженная заинтересованность в вакцинах, которые производят западные компании, и абсолютно затянутый процесс сертификации российских вакцин, хотя надо было решать совсем другую проблему, то есть обеспечение мирового иммунитета. Вот. И здесь точно так же, то есть, собственно, и с организацией пищи, хотя мы там присутствуем, но совершенно понятно, что бы ни говорили там работающие наши представители, Авраменкова, на мой взгляд, права, наш вице-премьер, что здесь нужны совсем другого типа методы, которые высвечивают на самом деле массу скрытых и невидных общественности правил. Потому что тогда просто Россию будут демонизировать и упрекать во всех смертных грехах. При этом на вчерашней встрече с президентом Индонезии Путин совершенно справедливо сказал, что Россия не собирается уничтожать караваны судов по вывозу зерна из черноморских портов и готова предоставить и азовские порты. Но кроме того, если их это не устраивает, украинскую сторону, то они могут вывозить зерно через Польшу и Румынию. И это тоже все возможно. Но дело в том, что уже основное количество зерна Украиной вывезено. Там очень маленькая часть. Поэтому это просто повод для того, чтобы обвинять Россию в кровожадности. Вот. И здесь, конечно, вообще возникает очень интересный вопрос, почему и зачем это делается. И, на мой взгляд, вообще-то основная причина того, что мы наблюдаем и что развертывается, это грандиозный финансовый кризис с перепроизводством доллара, который, в общем-то, никуда не исчез, и он является главным триггером резкого роста цен на продовольствие. Потому что если мы посмотрим, что происходило, соответственно, перед кризисом 2007 года и развалом Lehman Brothers, то объем Федерального резерва в тот период был 900 миллионов долларов. А фактически после кризиса, когда была запущена программа Quantitative Easing, то есть печатание долларов, баланс Федерального резерва увеличился до 1,5 триллиона, практически в два раза. А сейчас фактически его баланс это 7,5 триллионов. То есть за это время напечатан огромный избыток долларов,
при огромной, огромном росте долговой массы. И с этими долларами, и с этой долговой массой надо что-то делать. Вот 10 июня в Италии Оджи вышла статья моего друга Паоло Раймонди, где он это прямо и разбирает, где он говорит, что ну вот продовольственный кризис, все про это кричат. Ну, конечно, наверное, затруднение логистики как-то влияет на ценовые элементы, но за реальной стоимостью роста цен на продовольствие стоит спрятавшийся за коронавирусом и за военным кризисом страшный совершенно финансовый кризис Соединенных Штатов, необеспеченность доллара. И Путин тоже не мог про это не сказать, вот на встрече с президентом Индонезии. Он сказал, что американцы резко уменьшили производство продуктов питания. Это тоже отдельная очень интересная тема, что за этим и почему. И на самом деле стали скупать, наоборот, продукты питания. То есть не производить, и значительный дисбаланс между тем, что они скупили, и тем, что они произвели и выбросили на рынок.